едем с хорошим настроением, с хорошим настроем. Понимаем, что Нижняя – это та команда, которая играет физический баскетбол, талантливые ребята. Если дать им разыграться на их площадке, они могут показать хороший баскетбол. Тем не менее, будем это учитывать и понимаем, что Нижняя – это хороший соперник, и мы их уважаем. Но прежде всего будем играть от нашей защиты и постараемся все реализовать в нападении.